Театр плюс наука. Студенты театра физического эксперимента НГТУ сегодня участники шоу «Стиляги». Горение нити накала в жидком азоте, звуковой резонанс, поющие трубы Хиггинса и Рики, вихревое пламя, магнитно-электрическая машина. Посмотреть все это, также нескучную физику, пришли не только студенты вуза, но и школьники. Зрителям наглядно объяснили, что будет, если розу опустить в жидкий азот, как образуются огненные торнадо, почему они могут подниматься на огромную высоту и закручиваются против часовой стрелки. Руководитель театра уверен, после таких шоу многие школьники в будущем пойдут учиться именно на физический факультет. Мы приглашаем учащихся, они приходят, смотрят, и в рамках театра эксперимента у меня есть лаборатория под названием «Очумелые ручки», где вот как раз учащиеся по наблюдению опыта, они обращаются, мы берем мини-группы и работаем по подготовке и конференциям по изготовлению установок.